Еще вчера двор 48-го дома по улице Крылова был звичайным. Детям вельми не хапало спортивной пляцовки. Гулять приходилось у соседних дворах. Але отбылся соправный цуд. Вырос новый шматфункциональный спортивный комплекс. А коли у им есть футбольные вороты, то обязательно знайдется той, кто забьет первый гол. Церемония открытия скончилась цалком по-юнацку. Дети должны проводить свое свободное время с пользой. Это вечерние, выходные дни после школы. И в первую очередь это, конечно, обустройство спортивных площадок, обустройство малых архитектурных форм. Должно все это присутствовать в этих микрозонах, на этих дворовых территориях. Я как мама могу сказать, такие площадки нужны и мамам, и, конечно, нашим футболистам, которые с удовольствием бегают во дворах с мячами. Ну вот, чтобы им было более удобно, комфортно, конечно. Будем играть в футбол, баскетбол, там все прочее, какие там игры, интересные мероприятия. Будем здесь играть и расти спортивно, и будем когда-нибудь олимпийскими чемпионами. Как раз сейчас проходят Олимпийские игры вот в августе месяце. Вот. Будем радовать. Думаю, когда-нибудь поднимут по футболу наш флаг и по баскетболу тоже, думаю, поднимут. Новая спортпляцовка по традиции – место для широй размовы. Вы в большей степени согласитесь со мной. Хоть какая-то копейка, если людей вложено в то, что мы на сегодняшний день создаем, оно будет сохраняться. Поэтому я думаю, что мы совместными усилиями должны облагораживать тот дом, в котором мы живем, начиная вот с этих микрозон, и чтобы наш город достойно выглядел на фоне не только республики, но и всего мира. Наступный припынок – дитячая пляцовка по улице 50 годов ВЛКСМ. Это выник суместной працы жихаров и керавников. Уласники дома отримали землю и сами ее добро упрадковали. Виталий Гаврусев, Дмитрий Шавцов, Новини регион.